Ну, а в нашій студії вже новий гість, це Ермек Нарымбай, політолог. Пане Ермек, здравствуйте. Отже, дуже багато говорилося, коли вводилися чергові санкції Сполучених Штатів проти еліти російської, що ну, от, вони будуть мати ефект, тому що ну, просто олігархи російські відчують на собі оцю каральну всю міць російських фінансових установ Сполучених Штатів, ну і побіжуть. От на цьому фоні ми бачимо, до Дерипаска також зверталася. Бачите ефект чи ні від цих санкцій? Ну, не особо, я вважаю, що, мені кажеться, от на самом деле, як ми говорили в прошлый раз, що Україна должна отходить от троллинга и от наблюдения на футбольном матче за чужой игрой. И как, в принципе, эксперты-экономисты по России видят, что есть, значит, проблемы российской экономики, но у российской экономики эти проблемы не будут такими катастрофическими. Поэтому нужно усилить катастрофическое падение за счет самих действий Украины. Каких? Ну, элементарно, как мы говорили в прошлый раз, что Украина как покупает российский газ, так она его и покупает. Просто переоформляет его как венгерский, как румынский и так далее. То есть в этом ключе, допустим, морские границы... Морские границы Украины, в отличие от Казахстана, от Чехословакии, от других стран, они открыты, они позволяют ей получать откуда, хоть из Африки, хоть из Австралии, хоть из ЮАР. Откуда угодно. И в этом отношении 4 года можно было по 10%, 20, 30, за 40, за 4 года можно было эти проблемы решить хотя бы на 30%. Продвижек нету в этом направлении. А углубление проблемы с Россией, допустим, то же самое можно было бы решить по ВПК. Вся Центральная Азия, Средняя Азия из орбиты Украины давно выпала, и Украина вообще не обращает внимания на вторую сторону границы России. И если, допустим, заниматься блокированием проблемы границы с Россией с союзниками, она могла бы обесточить до 30% экономики России. ВПК Украины с другими, с Казахстаном и так далее, хотя бы по ремонту и так далее. Вопросы со Средней Азией, вопросы по газу, по... Но транзит товаров из Украины Россия же заблоковала в Среднюю Азию. Ну, может многие проблемы решить. Допустим, же решена, наконец, какая-то проблема по газу, по нефти, трубопровод через Азербайджан и Каспийское море. Многие проблемы сейчас можно решать через Каспий, но Украина этот вопрос даже не поднимает. Она не использует многочисленные свои возможности. Достаточно большой круглый стол провести здесь, на 112 канале, с экспертами, нефтяниками, газовиками, вообще по внешнеэкономическим моментам, с цифрами, с таблицами, с картами. И это можно было бы обсудить и поднять на серьезный экспертный уровень перед правительством Украины. На внутрішньополітичні далі підемо теми. Так, давайте від російських олігархів до наших перейдемо, і як вони будуть впливати на передвиборчі процеси. Так от, на президентських виборах будуть лідирувати ті кандидати, за кампанію яких заплатять олігархи. Таке в ефірі ток-шоу «Пульс» заявив журналіст Дмитро Гордон і навіть назвав суму. Нами правили ничтожество, нами продовжують правити ничтожество. Но самое худшее, что мы опять изберем ничтожество. Нет. Вот здесь присутствуют 4 кандидата в президенты, насколько я понимаю. 4 я насчитал из присутствующих. Они не пройдут, никто из них не пройдет. Пройдут те... Секунд вам на язык, Дим. Вот все будет по-другому сейчас. Пройдут те, кому олигархи дадут деньги на выборы. А денег надо дать... А денег надо дать от 100 до 250 миллионов долларов. Ви знайдете 100-250 мільйонів доларів? Я сумніваюся. Ну, думка про те, що перегони нинішні будуть не перегонами між кандидатами, а перегонами між фінансовими вливаннями тих чи інших олігархів. Підтримуєте таку версію. А як від цього відійти? Чи здатна Україна колись від цього відійти? Тому що це ж не перші вибори в такому форматі відбуваються. І вони йдуть по тому же кругу. От ми бачимо, да, що Тимошенко і Порошенко фактично ведуть зараз избирательную кампанию, яка строїться просто на гонке денежных мешков, на гонке билбордов и наружной рекламы с глупыми фразами. А це є ефект від цього? Ну, по грошам зрозуміло, це дорого. А от наскільки це ефект на виборці має? Я не знаю. Скорее всего, с учетом многочисленной истории, вот 30-летней истории выборов в Украине, наверное, будет играть все-таки отпечаток. Вот эта билбордная гонка, она все-таки отыграет свою роль, и процентов 30, благодаря именно ей, они получат свои голоса. Многочисленный раз эксперты говорили об отмене наружного рекламы, билбордов, отмены смены избирательной системы. Этот вопрос не ставится. А ситки, и получается сейчас... Подкуп выборцев? Есть альтернатива выборов. Есть альтернативные выборы, которые ставятся очень не раз экспертами Украины о съездах громад, которые могли бы хотя бы вот... Давайте поговорим о следующих выборах. После президентских выборов пойдут парламентские выборы. Если избирательную систему поменять хотя бы по парламентским выборам, то система сдвинется. Сегодня из-за того, что президентские выборы уже на носу, не ставится вопрос о коренной изменении избирательной системы, и получится, что вслед за президентской гонкой пройдет по таким же рельсам и парламентська система. От ви говорите про зовнішню рекламу. Дивіться, якщо пригадувати вибори в європейських країнах, коли вони там відбуваються, то там так само дуже багато зовнішньої реклами. Висять білборди, висять рекламні, ну, тобто обличчя на рекламних стендах тих чи інших кандидатів. Там так само голосують за ті обличчя, які частіше на бордах появляются. Если смотреть на мировой опыт, давайте обратимся к американскому опыту, где на уровне штатов и даже на уровне Палаты представителей выборы проходят каждые 2 года. И если бы частые выборы проходили бы, то не было бы такого ожесточенного скандального характера выборов, не было бы такой ожесточенной войны и даже с участием олигархов. А за такие, в таких умовах, в яких пребывает Украина, позволяет, это можно такое проводить? Это можно, по деньгам можно. А с учетом съезда громад можно было бы выборы обновлять систему власти ежегодно. И она была бы более честной, более адекватной. Вот посмотрите сегодня, что делается с помощью билбордов. На самом деле кандидаты в президенты не могут проехать по всем районам. Их 460 районов. Плюс 196 районов городских в Украине. Объехать физически невозможно. Поэтому выборы превращаются в фальсификацию изначальную. Кандидаты не могут достучаться до избирателя. Избиратели не могут достучаться до кандидата. Сами выборы, даже без прямой фальсификации, с подтасовкой, с итогами голосованиями, они уже вот на своем глубинном уровне становятся фальсификацией. Выборы через съезды громад – это пропесочивание биографии, пропесочивание буквально в большом зале, там 1000 человек, допустим, съезд громад на уровне республики, они могут пропесочить биографии, проступки, скандалы каждого кандидата. И реальные выборы будут. Здесь выборов по старым рельсам они невозможны. Будут просто денежные мешки соревноваться. Реально, допустим, сегодня Тимошенко и Порошенко тратят примерно по $2 миллиона ежемесячно. Посмотрите билборды на каждом перекрестке. И это в каждом селе, в каждом районе. Про змагання грошових мішків, як ви це визначили, далі йтиметься. От передвиборча кампанія – це ресурс для відмивання коштів кандидатів, розповів в нашому ефірі політтехнолог Дмитро Фіщенко. Для передвиборчих штабів це великий бізнес. Питання в тому, що будь-яка виборча кампанія – це і величезний бізнес, і величезні крадіжки. Кожна кампанія віддзеркалює ситуацію в державі. І ви що, думаєте, що там не крадуть? Там крадуть більше, ніж де-небудь. Там не розводять клієнтів, їх розводять. І ще так по-крупному. Але якщо клієнта розвели, він дуже витратився, він розуміє, нехай, якщо він виграє, він потім все це з бюджету вкраде. За допомогою партій, прокуратур і інших антикорупційних органів. Якщо говоримо про дійсно про передвиборчі технології, відмивання коштів, скільки коштів витрачається, багато з них витрачається не лише на білборди, на різного роду рекламу, але й от фактично непрямий підкуп голосів. Ми це знаємо, це побудова так званих сіток, коли з людиною, так би мовити, якийсь договір соціальний, і фактично їй дають гроші на те, щоб вона так чи інакше голосувала. Гречку і так далі, влаштовують концерти і так далі. З цим можемо якось боротися? Только поменяв саму избирательную систему. Если, допустим, съезды громад будут, они решат эту проблему ежегодно. Но они будут на громады эти гроши. На сегодняшний день громад сегодня в Украине не существует. Есть ОСББ, но нету громад в каждом квартале, в каждом селе. Это проблема до сих пор. То есть, если посмотреть на военный уровень иерархию и сравнить ее с государственной, республика – это армия, область – это дивизия, район – это полк и так далее, то в Украине, в государственной иерархии, ниши района, ничего власти нету. Нет ни батальона, ни взвода, ни роты. И это очень странно. В селах и в кварталах нету власти. Нету, скажем так, рады, нету головы, которые бы избирались и обновлялись. Вот в этом плане отсутствует власть. И когда вы заходите в кварталы и видите мусор на каждом шагу, и видите оплеванные скамейки и так далее, это все показывает, что на самом деле ниже района власти в Украине нету. И это большая проблема. С теми же самыми, допустим, какими-то... Вот в рамках сегодняшней избирательной системы Верховная Рада могла бы многие проблемы решить. Например, с тем же самым подкупом. Можно было бы ее усовершенствовать, косметический ремонт хотя бы сделать вот в ускоренном режиме до Нового года. Первое, это можно было бы сделать так, чтобы председатели Центральной избирательной комиссии избирались оппозиционным пулом. То есть все, и от Тимошенко, Лешко, и оппозиционный блок, и так и у нас другие. Же все оппозиционеры перед выборами. Секундочку, председатели Центральных избирательных комиссий, избирательных комиссиях окружных, территориальных, районных, областных и так далее. То есть независимо от того, власть меняется, республиканская или демократическая партия в США, оппозиционная партия приходит к власти хотя бы как минимум в контрольные органы, в Центральную избирательную комиссию, в комиссию по контролю за силовыми структурами, там две партии, у нас счетный комитет. Дуже багато партий, они будут все оппозиционеры. Они будут проводить пул и избирать, значит, на квотной системе. Вот это обеспечит, по крайней мере, в режиме избирательных кампаний этих комиссий более-менее чесність по сравнению с властью, которая имеет... Але у влади може з'явитися можливість звинувачувати у підігруванні опозиційним партіям. Будет баланс. Это, по крайней мере, раз. Второе. Киргизия применила, и другие страны применяют сейчас при регистрации отпечатки пальцев, дактилоскопия, которая позволяет решить проблему с конвейерами, когда автобусы ездят от участка к участку. Карусели. Да, карусели. Эта проблема даже... Теоретический вопрос не решается. Это нужно ставить вопрос. Пані Ермек, давайте ще одне проблему обговоримо, тому що це ми з вами зараз говоримо про сам процес виборів. А от, власне, за кого голосувати? Є така в нас оцінка, що претендентів багато, обрати нема з кого. В ефірі ток-шоу «Пульс» на 112 Україна народний депутат від опозиційного блоку Михайло Довкін розповів, що поки не бачить кандидата у президенти, за якого він би віддав свій голос. Я из всего спектра всех людей, в том числе включая сюда и себя, которые заявили о любых претензиях на главный лидирующий пост в нашем государстве, капитанский мостик, я не вижу того, кто нас поведет в светлое будущее. Каждый будет грести в любую сторону, но только не по направлению к успеху. Ну, між тим, кандидатам у президенти треба давати комплексну характеристику. І головне має бути відповідь на питання, чи може він управляти країною, чи має він належний досвід. Так вважає перший президент України Леонід Кравчук. В коментарі виданню «Главред» він наголосив, що врахувати лише одну характеристику, наприклад, молодість, не можна. В кандидата має бути досвід, професійність, чесність, життєві здобутки. Тоді ця людина може балотуватися, зазначив Кравчук. Ну, тут запитання таке. Ми вже визначили, що буде боротьба фінансових вливань від олігархів, а от кандидатів, яких не підтримує жодний олігарх, їм і потикатися не варто, і вступати не потрібно у ці виборчі перегони. Шансів нуль? Ну, шансы есть небольшие, процентов 15. И интернет, который не зависит от олигархов, социальные сети будут хорошим подспорьем. Но нужно сейчас биться за изменение закона о выборах. В частности, допустим, такой вроде бы вопрос, который никак не касается выборов, это введение суда 12 присяжных, судебная реформа, позволило бы уже к маю-июню месяцу, когда будут уже вопросы решаться по поводу итогов голосования и судебные разбирательства в тех или иных областях. А они будут, вы уже пророкуете? Это надо предполагать. Угу. И, в этом отношении. Добре, але ж ви вірите, що до виборів, до президентських, парламентських, зміниться виборчий кодекс. Про це навіть незважаючи на те, що він начебто в Верховній Раді лежить. Якщо опозиція і те силы, которые создали предтечу Майдану и провели Майдан, если они не смогут добиться от Верховной Рады изменения избирательного закона, пройдет все на старых рельсах, и это будет поражение Украины. И сегодня нужно обязательно этот вопрос ставить. В сентябре, как известно, будет череда митингов именно по избирательному законодательству. И если не будет поставлен вопрос об изменении избирательной системы, Украина проиграет. Это нужно суд 12 присяжных, чтобы любые вопросы в антиолигархическом режиме по любому области, округу, району могли бы решиться справедливо, на глазах у всего народа, наблюдателей, и справедливо для любых обеих сторон, которые будут оппонентами на этих выборах. Вы знаете, когда пригадати, как проходило голосование в первом читании за оновлений виборчий кодекс, то тоді, коли знайшлося, здається, якраз 226 голосів, то дуже злякалися народні депутати, тому що питання було проголосовано. Ніхто не очікував на те, що голоси знайдуться. На друге читання, які, виходячи з цього, є сподівання. Тому що приблизно однакова кількість мажоритарників є в парламенті. І що тут переважить? Ну, Я говорю, нужна коренная изменение системы, и вот съезды громад, хотя бы в рамках эксперимента по одному из районов или по одной из полтавских областей, допустим, да, могло бы сдвинуть, потому что сейчас важнее всего вопрос даже парламентских выборов. Украина находится в таком тупике, и даже просвета нету по изменению избирательного законодательства, хотя бы не то что президентских, хотя бы парламентских. Если парламент поменяется, и это будет новая система, то при старом президенте, вот, скажем так, условно старым, Тимошенко, допустим, будет президентом, то даже при старом варианте выборов президента система может поменяться. Спасибі вам за те, що до нас сьогодні завітали. Приходьте ще обов'язково. Ермек Нарымбай, політолог, був нашим гостем.